В городе поздравили пенсионеров-юбиляров. На мероприятие в фонд социальной поддержки пригласили почти 250 человек. Среди них есть и долгожители, кому исполнилось 90 лет. Впервые в чествовании юбиляров принял участие глава Реутова. Сергей Юров поздравил именинников и отметил, что многие из собравшихся внесли большой вклад в строительство и развитие города. Мероприятие проходило в неформальной обстановке, и одна гостья пригласила Сергея Юрова на танец, и он не смог отказаться даме. Позже глава Реутова рассказал, что по просьбе пенсионеров этим летом в городе откроют ретро-дискотеки. Танцевальная площадка начнет работать в мае месяце. Но мы хотим сделать стационарные танцевальные площадки. Это парк, это городской пруд. Окончание работ по благоустройству, я думаю, что это будет сентябрь-октябрь этого года. Но это два параллельных процесса, то есть танцевальная площадка работать будет для жителей города. Во время встречи юбиляры расспрашивали Сергея Юрова о благоустройстве города, развитии массового спорта и здравоохранении. Глава города отметил, что чествовать юбиляров в городе будут каждый месяц.